Вот, ребята, рассмотрел поподробнее наушники. Ну, пришел к такому выводу. Конечно, провода здесь слабенькие. Ну, сезон они отбегают, если пользоваться ими аккуратно. Сезон они, конечно, отбегают. Ну, в принципе, цена у них копеечная. Если что, можно и будет и заменить. Вот. Конечно, было бы лучше бы, если бы провод был. Просто толстый изолированный провод. И туда спрятаны эти две жилы. Ну, сделаны так. Ну, если что, при поломках, конечно, будет легче найти обрыв и его устранить. Ну, а в целом наушники стоят своих денег. Только что плохо, что их не сделаешь теперь витыми. Ну вот, ребята, вот такие наушники можете посмотреть. И сами потом думать, покупать, не покупать. Ну, в целом, я еще раз хочу повториться, своих денег они стоят. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал.